Здравствуйте, дамы и господа, рады приветствовать всех любителей Доты. Сегодня с вами на связи студия Dota 2 Рухап, и мы начинаем сегодняшний день с замечательного мероприятия под названием MPGL Major Bucharest. И первый матч сегодняшнего дня — это противостояние Liquid против команды LGD Forever Young, и из студии для вас работают, конечно же, Джем и Люмисид. Повторение финала лузеров Интернешнала этого года, соответственно, будет очень интересный матч. LFY показывали неплохие результаты у себя в регионе, Liquid действительно очень сильная команда, ну и мы уже потихонечку начинаем смотреть за пиками и банами. Хотя пики и баны пока что еще не самое главное, можно еще немножечко поговорить о командах. Как ты думаешь, кто все-таки победит в сегодняшнем противостоянии? Я все-таки ставлю, конечно, на Ликвидов, потому что, учитывая, что недавний горький опыт в рамках ESL, где они проиграли и заняли там третье-четвертое место, ну, конечно, третье, по сути, потому что они сражались с Натиками. Ну, там уже видно было, что ребята на полном расслабоне были. Видно, что хотели победить, но немножечко им не хватило. Здесь, я думаю, соберутся в полной мере и покажут свою хорошую форму, поэтому ставлю я на них пока. Опять же, напоминаю, что форматы сейчас будут все встречи Best of 1, то есть два дня Best of 1 встречи, потом уже разобьются группы и будут уже играть полноценную серию. Вот, ну, отборочную имею в виду. А, я так понимаю, на стадии пикабанов уже вовсю идет. Хотелось бы, наверное, посмотреть на нее немножечко. Самую малость. Самую малость. Одним совсем глазком чуть. Буквально. Да, и у нас тут замечательный Red Bull в кадре. Генеральный спонсор, все дела. Ой-ой-ой-ой-ой, я смотрю, у нас сверху стоп-кадр от команды Team Liquid. И что мы видим? Чен, Air Spirit и Герокоптер появляются от ребят сверху. Ну и LGD Forever Young забирает себя пока что Razer, Witch Doctor и Omni-Knight. Air Spirit для Джаша, слушай, ну это очень жестко смотрится, на самом деле. Air Spirit — это самый пикаемый персонаж для команды Liquid. Ну и, в принципе... Джаш умеет на нем исполнять, это его сигнатурочка. Будем посмотреть на эту карту. Omni-Knight для LGD Forever Young. Ну, Razer, понятное дело, взяли первым пиком, для того, чтобы он не попался против них. Ну и Omni-Knight здесь пока что ревилить особо-таки нечем. Надо бы пикнуть какого-нибудь брюмастера, может быть, ликвидом. Ну, не исключено, что мы увидим. Пока что ждем, в любом случае, четвертый пик от команды Liquid. Опять же, не совсем недавно вышел новый патч, и я смотрю, метод-то не особо поменялось в плане героев, хотя там были значительные изменения для ряда героев, так скажем, в целом. Но ничего новенького пока что мы не наблюдаем, мета остается старая. Ну что, что у нас появится на четвертый пик сейчас для команды Liquid? И это пак. И вот вопрос, какой это пак? Все-таки на центральную линию или на сложную? Пока не раскрываются, действительно, свободные оба коридора, так что можно будет что-то придумать. Но в любом случае, у Liquid уже очень сильная комбинация на подпуш, очень хороший early game за счет всех этих гангов от Air Spirit, за счет Чена, который сразу же пойдет в лес, возьмет себе пару агрессивных крипов и сможет выйти что на мид, что на легкую, что вообще куда-либо еще. Но вот стоит все-таки отметить, что Dark Willow у нас уже имеется в пике, ну, то бишь, ее пока что нету, но ее могут пикать команды, так что я бы надеялся все же ее увидеть на сегодняшний день за первые 4 Best of 1 противостояния.
Я практически уверен, что она появится. Это все-таки вообще очень жесткий странно, что герой. Я до сих пор нет, да, согласен. Да. Но тут в итоге лайфстиллер разбаном для против, точнее, от команды Liquid самих, чтобы не добрали сейчас его себе LGD Forever Young. LGD тем временем забрали себе шейкер на предпоследний пик, и мы ждем последний бан против команды Liquid. Ну что, я так предполагаю, что, возможно, все-таки пак пойдет сложно, и сейчас стоит все-таки избавиться от мидера какого-то неприятного, как вариант. Либо же это будет полноценный оффлейн для ликвидов, но тогда, получается, одного кора гирокоптера может оказаться недостаточно. Вот Тершикер четверка, я пока что смотрю и думаю, что же он все-таки будет в этой игре делать. На самом деле хорошо смотрится, очень силен, потому что саммонов огромное количество, возможно, еще гирокоптер какой-нибудь доминатор соберет. Ну, это ситуативный артефакт, обычно на гирокоптере его не всегда берут. Ну, посмотрим, что же все-таки произойдет. Последний бан, осталось там буквально 30 секунд, и LGD Forever Young задумались. Банится ОД. Да, все-таки от мидеров избавляются. Я согласен с LGD, потому что, повторюсь, гирокоптер в плане единственного кора смотрится так себе, и появляется, ой-ой-ой, Bristol Back Last Pick'ом для LGD. Интереснейший выбор. Ну что, чем будут отвечать Liquid сейчас? Я все еще склоняюсь, что не хватает мидера, и почти все мидеры метовые перебанены, перезабанены. Кому можно было бы сейчас забрать? Заготовочка от LGD Forever Young. Явно они Bristol Back'а все-таки не брали в последнее время. Точно сейчас не скажу, что именно ему поменяли в последнем патче, но как мы видим, что сейчас этот персонаж появляется в пике. Не видел я его очень давно, наверное, месяца два он не появлялся практически на всех матчах, которые я комментировал. Но, с другой стороны, герой весьма-весьма неплохой, большое количество минус армора. Опять же, танковать он может огромное количество урона. Возможно, некоторая такая замена, Драгонайту. То бишь, он пушить не может, но он, в принципе, вытанковывает очень круто и может также на middle lane, возможно, в этой игре отправиться. Я думал, что, возможно, появится какая-нибудь Death Prophet, но в итоге забирать себе SF именно для Miracle Liquid. Интереснейший выбор. Ну, тут, опять же, пока что мое, так скажем, мое сердце в смятении, кому все-таки отдать предпочтение, потому что пик и у тех смотрится очень хорошо. Интереснейшие пики, напоминаю, что еще раз, это формат Best of 1, как бы не стандартный, привычный многим Best of 3. Чей пик вам больше нравится в данном противостояние? Ну, я сказал бы, что LGD Forever Young очень интересно понапикали. Я, наверное, буду ставить на них. У них очень сильный герой из прошлого патча. Появляется тот же самый Bristol Back, с которым, ну, на которого будет очень интересно посмотреть. Я, честно говоря, многого о нем не скажу сейчас, но герой весьма-весьма неплохой. Omni Knight, Razer, все эти персонажи выглядели... Ну, вообще комбинация неплохая там, смотрится, но учитывая то, как играют команда Liquid, я все же буду ставить на них. Я, конечно, не буду хайпить там, знаешь, как многие машины, хотя могу себе позволить в процессе матча и перебуться вполне себе, это нормальная практика для комментаторов в последнее время. Футболку переоденусь. Да, возьму там, пока будет футболку одену Liquid, а там, если вдруг LFI затащит, пойду переоденусь в LFI, как вариант тоже, почему бы и нет. Интереснейший выбор персонажа, опять же, повторюсь, что Best of 1, наблюдаем за PGL Major, который имеет статус, который проходит в Бухаресте. Ну, я так понимаю, ждем начала матча. Ждем, должны сейчас уже потихонечку переноситься на карту, ну и действительно, я уже слышу у себя в голове звуки. Это плохо, когда обычно слышишь звуки в голове, обычно с этим ходят к специалистам определенного рода, но соглашусь с тобой, да, там, я так понимаю, заставочка уже ключевая прошла, самое время смотреть, я так понимаю, игроки уже расходятся по линиям, мигают, пингуют, и сейчас мы будем смотреть, кто куда отправится, и в первую очередь расставит вижен в плане вардов, потому что это очень важно. Да, но как мы видим, Miracle садится на Shadowfiend'а. Супер на разоре, и хотелось бы посмотреть, да, мане получается все-таки на Bristol Back'е. Слушай, а именно таким же образом играли на International LFI. То есть я сейчас вспомнил тот же самый Bristol Back, мане на Бристоле. Очень интересно смотрится это Bristol Carry. Bristol, который будет все-таки фармить на легкой. А что будет делать Razer? Пока что непонятно действительно все-таки, каким образом разойдутся. Ну вот мы видим, что
потихоньку выходят уже на руны. Игроки, да, я смотрю, на топе поставили варгов. Два сервера уже, также один в миде находится у ребят из команды LFY, также на боте себе поставили один ликвид. Ждем, да, заблочен спот, да, мы видим прекрасно здесь. Я думаю, прочитают этот момент LFY, должны, по крайней мере, все-таки команда такого уровня должна с этой задачей справиться. Вопрос только в том, будут ли сейчас драться за баунти руны. Или же нет, или же сейвоу сыграют у нас ликвиды. Вот я смотрю, Ахфу бежит вперед. На пару с Мане, на пару с товарищем Яо отжимать будут в итоге здесь Боунтос. И на боте, кстати, также драка за баунти руну. Здесь умнинает Ухайо, врываясь на майнд-контрола. Ой-ой-ой-ой-ой, Ухайо забирает баунти руну. Это три баунти руны для команды LGD Forever Young. И одна всего лишь для команды Liquid. Так вот. Интереснейшее начало, расходятся игроки по линиям, давайте смотреть, кто против кого и самое главное, где будет стоять. В миде мы видим, Miracle будет пока что при поддержке Джаша против Супера выступать. На топ отправляется Дабла в виде Чена и Герокоптера, но это пока, до поры до времени. Пак отправился на нижнюю линию, и в миде уже Ахфу. Есть хорошая фиссура, не дают улететь Джашу, и Джаша высасывает урон, но он просто делает ипаут. Да, да, неприятно, но что поделать. Отдал сейчас много урона Рейзеру. Будет Рейзер сейчас добивать крипов абсолютно спокойно. Ну, для Миркла это крайне неприятно, потому что СФ это действительно тот персонаж, на котором тебе вначале хочется добить максимум крипов, набрать себе все-таки хоть какие-то души. И мы видим, что с первой пачки всего лишь два добитых крипа у Миркла. Это не очень хороший результат. Наверху все же Бристол вместе с Вичдоктором, и я хотел бы сказать, что здесь команда LFY сделала, возможно, на какие-то изменения патча ставку в данной игре, потому что у них лейнинг именно очень сильный. То есть у них нету явно выделенного роумящего персонажа. Да, это Шейкер, но Шейкер, в принципе, спокойно может постоять, ему помочь, в принципе, своему тиммейту, потому что самому Omni-Knight'у. Но вот у команды Liquid все-таки чуть более агрессивно все смотрится. Ну да. Есть такое, я смотрю, Миркл уже потихонечку супер начинает поднапрягать за счет рейзов, взбивает ему, причем самое важное, салю, которую он только что накинул, дабы отрегениться. Ну а супер, в свою очередь, высасывает урон. Но Миракл себя чувствует в миде замечательно. У него 6 на 2 крипов, в это время отрезает Куроку. Но Куроку здесь трудно будет забрать, ТП-то сбить нечем. Фиссуринку уже потратили, было, конечно, опасно. А вот если был бы какой-нибудь там третий левел, то вполне себе бы это был бы фраг. Но это пока что все в теории. Давайте посмотрим, как на нижней линии дела обстоят. Я смотрю, майн-контрол здесь себя тоже более-менее чувствует относительно Ухаю. Здесь тоже все замечательно в плане ласхитов. А в это время драка. Джаш попытался, да, он отжимает баунти руну, я его накинул маледикт, полетели касочки, подходит сюда Ахфу, и, по-моему, это минус Джаш должен быть. И в этот момент я слышу, как Омайва Моу Шиндейру, и погибает в итоге у нас Earth Spirit, это ФБ для ребят из команды LGD Forever Young. И, кстати, они уже 1000 золотых ведут, так-то это немало на второй минуте. Ну, Джаш вынужден возвращаться, обратно на линию уже идет пешком. Ну, Матумба, в принципе, стоит, пока что добивает крипов. У него все не настолько хорошо, у него добито 6 крипов. На третьей минуте все не очень приятно. Я бы сказал, что Bristol Back все же выигрывает верхнюю линию, а вот внизу, в принципе, ситуация довольно-таки интересная. Складывается тут у Omni Knight'а 12 добитых в то время, как Пак добил 10. То есть здесь все более-менее ровно. Я бы сказал, что здесь вроде как даже никто не должен никого убивать, если не будет приходить. Ну, я не знаю, только майн-контрол каким-то... Хотя, не так давно мы видели на... По-моему, это было на Эпицентре, если не ошибаюсь, Европа, где в оффлейне стоял Адмирал Бульдог на паке, и он умудрялся соло умирать от Тини. То есть был вопрос один, как и почему это происходило, но здесь, я думаю, все-таки майн-контрол не даст слабины, и, конечно же, сделать фраг на нем не удастся. 1-1, по крайней мере, точно. На топе продолжает себя замечательно также чувствовать Мане. Я смотрю, по КД спреями закидывают. Здесь у него проблем нет. Опять же, в двоечку взял уже шипы. В это время Джаш занял позицию. Выход у нас на Герокоптера. Матумба Мэ на проблемы. Хотя неплохой поста на Джаша, но в спину выходит Ахфу. Есть фиссуринка. Накинули опять Маледик, но там отхиливается просто нереально Матумба Мэ. Потеряли в итоге здесь у нас Вичдоктора. Продолжается драка. Мане на развороте застанили. И, по-моему, это минус Bristol Back еще будет. Да, два фрага в итоге в копилку команды Liquid. Отличная драка получилась по итогу. Никого не потеряли. И забрали кора. Самое важное. Казалось бы, все очень неприятно начиналось в этой драке для команды Liquid. Ахфу еще подставляется, за ним погоня, Ахфу. Наверное, не дадут ему уйти, еще буквально одного удара не хватает, да. И Шейкер также отправляется в таверну, даря третий фраг Ликвидом. И вот они возвращаются уже в игру. Пятая минута игры.
Счет 3-1. Ликвид просто на верхней линии поймали и изнасиловали всю команду LA Fighters. Действительно, вот этот триплан сейчас просто стоит, как будто не понимает, что происходит. То есть, да, они добивают больше крипов, но втроем отдаются. И сейчас для Герокоптера очень небольшой, неплохой буст получается с этого лейна. Супер в это время на миде. Все же пытается хоть каким-то образом перелосхитить Миракла, но мы видим, что у Миракла уже 23 крипа, 20 душ, и там уже с пары в рейзов получается пробить супера у Мане. Проблемы наверху, Матумба под Маледиктом, Матумба! Погибает, спрей мы его добрали. Да, спрей плюс тычка от Яу, и Матумба погибает. В миде не удалось забрать супера, и в итоге драка получилась здесь на топе 1 в 1. Ну и что ж, ликвиды пока действительно смотрится очень круто в этом противостоянии. И я бы не сказал, что я вот прям вижу какие-то проблемы у команды LFI. То есть да, они отдаются втроем, но в принципе в это время у них расфармливается Omni-Knight. И с Omni-Knight'ом можно будет потом под Guardian Angel неплохо драться. Проблема в том, что у команды Liquid имеется и Pug, и Shadow Fiend. Это те герои, которые могут наносить и физический, и магический урон, по сути. И вот будет интересно, каким же образом все-таки Miracle будет в данной игре собираться. То есть возможно, он действительно соберется именно в физуху, но с другой стороны, было бы неплохо и разрывать какого-нибудь Рейзера с одного своего ультимейта. Ну, здесь явно не помешает какой-нибудь Сильверейдж вообще на команду, так что здесь все еще есть вариант, что Shadow Fiend будет именно физический урон. Вот. А так, соглашусь, пока что команда равно смотрится, на топе Мане подставляется и летит на нее ракетка, но тут слишком много урона. Даже Бристлбэк такой никак не затанкует. И это пятый фраг для ликвидов, и уже они ведут около 1000 голды. И Куроком продолжает давить по линиям за счет того, что у него там два крипочка. Пошел дальше в лес искать кого-нибудь. Например, Яу может найти сейчас, который там делает что, отводы или что он там, да, отводы делал. Я смотрю, стаки уже находятся в лесу, да, у ребят с команды LFY. Понимаем, что стаки эти рано или поздно заберут. Но тут нашли Ахфу. Вкатывается Джаш, Ахфу пока что ворачивается, но здесь не отпустит, наверное, Шейкера так просто. Да, залетает еще камушек, боже, как же много там урона. Как против этого жить? Как жить дальше? Как? Погибает в итоге за счет того, что Шоквейв залетает. На топе Яо также проблемы испытывает. Спрячется пока что там в елочках. Вижна нет. Но есть кулдаун. Закатывается туда Джаш. Еще один фраг в копилку команды Liquid. И счет становится 7-2. Матумбу нельзя так фидить. Матумба Мэн действительно может здесь показать очень хороший перформанс, потому что Герокоптер это действительно один из персонажей, на которых он любит поиграть. Да, там есть, конечно, сигнатурочки похлеще, какой-нибудь лайфстиллер или что-то подобное, но Герокоптер это тоже один из героев, на которых весьма-весьма неплохо было бы исполнять в последних патчах абсолютно любому кор-героя. Ну вот мы видим нетворсы, отличные нетворсы у нас у Omni-Knight'а, но это до поры до времени. Там выход в смоках, все это дело спалил Куроку, и Куроку просто уходит, подцепить его не успели, до свидания, помахал рученькой, отлично сыграно в миде там. СФ уже должен быть, по идее, с ПТ-шкой, или, да, ПТ-шка должна долетать уже сейчас. А нет, вру, это у нас что? Что-то он себе привез. Ага. Аквила. И еще один врейсбенд сверху. Но врейсбенд это потенциально выход в пику. Здесь все понятно, лишним не будет. Но просто не зачастую, да, не часто мы видим, что его оставляют именно вот так вот дополнительным артефактом. В это время на боте агрессия на майнд-контролом. Мансит, есть дримкойл, есть репейл также. Ухайо, погоня за майнд-контролом. Но хотя, по-моему, это была ошибка. Я почему-то был уверен, что он сейчас как-то размансует, кинет еще одну арбу и уйдет под тавр. Но вот эта вот попытка улететь просто довольно-таки странная. Ну да ладно. Майнд-контрол погибает. Мы с тобой говорили, что невозможно забрать пак один на один. Ухайо говорит, нет, возможно. Ну и супер в это время вынужден уже отбиваться фласки на мидл-линии. Все-таки против СФ ему стоит. Слушай, очень супер приятно. Совсем печально нетворс. Я вот смотрю на него, его даже Чен сейчас обгоняет. Это вообще ни в какие ворота. Очень сильно перестоял Миркл в миде. Ой-ой-ой, еще в рейзы идут. Конечно, выставил немного урона. Попытаться со стиков отхилиться, но пробить СФа здесь не получится. И как бы самому выжить в такой ситуации Матумба в это время. Просто кучу золота собирается в верхней линии. Флэккан отлично работает. Да и должны начать в ближайшее время делать стаки для того самого Герокоптера, потому что, ну, он действительно может весьма-весьма быстро фармить при поддержке от тиммейтов.
У команды LFY нету подобного героя. То есть есть тот же самый Bristol Bag, да, который может, по сути, очень неплохо фармить энжентов, там стак какие-нибудь, может, также два спота тоже сразу фармить, отводить на себя. Но Герокоптер все же это делает чуточку быстрее, да и тем более потом все же в лейт выходит, и в лейте он выглядит чуть получше, чем тот же самый Bristol Bag. На топе проблемы. Проблемы будут сейчас у Мане. Полетела в него ракетка в позиции Джаш. Пока что не хотят давить на этого Bristol Bag'а. За Тауэр в миде драка. У Миракла проблемы. Миракл, Маледикт. Есть стан от Шекера. Миракл в итоге с собой в таверну забирает. Ой-о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 й-
момент всего лишь на одного мидера. На топе у Мане все еще проблемы. Мане погибает. Сразу два сейв ТП не успели. Сюда LFY. Охайо бежит вперед. Прожимает стики. Охайо. Есть Purification. Пытались отправить на базу Матумбомена, но слишком мало ХП. В любом случае не успели засейвить. Но драка какая была шедевральная в миде просто от СФ невероятно. Вовремя перетянулись тиммейты. Опять же, стоит отметить шедевральную игру Джаша. Он всегда в нужное время, в нужном месте находится со своим камушком вовремя, по диагонали закинутым по двоим. Так что здесь было просто все шикарно. Но итог 11-5, счет в пользу команды Team Liquid. Все еще 2000 они ведут по голде. Ну и продолжают фармить. Я смотрю, у Мане появился там потенциальный выход уже в... Ой-ой-ой, потенциальный выход в таверну, по-моему, в миде у Мане, да. Он пытается мансить от Джаша, но... Здесь Миракл, еще один рейз буквально, да даже рейза не нужно с руки в итоге забирает. Уха, Яо тут тоже подставляется, да, Яо тоже отправляет в таверну, даблкил для Миракла. Отлично сыграно. Да, Миракл живет, Миракл хоть под Мальдиктом, но все-таки там не успели внести достаточное количество урона. Наверху приходит, конечно, Шейкер, Шейкер попытался, возможно, Миракл, то есть он все добить. Ахфу сейчас перемудрил сам себя. Да. Врываться на гирокоптера, который тебя просто расстреливает в упор, такая себе история. И еще супер может подставиться, да, прыгает майн контрол. Отзонивает супер максимально далеко. Летит Охайо в наглую. Прилетел и... Я не знаю, что делает он. Нет, я бы еще понял, если бы он там... Хотя даже если бы он там в репейл летел, и вот все равно бы... Ну ладно. Так, есть репейл, по двоим врывается дальше майнд-контрол. Минус Шейкер, минус Яо. Драка продолжается. Есть Магнитайз. Супер тоже должны забирать. Забрали Джаша, но это не важно, потому что, опять же, это сильно бустит ребят с команды Liquid. Забрали они также Т1. Можно спокойно отступать. 5000 преимущества, 18-6. В это время на топе Куроку продолжает пушить линию и заберет также Т1. Это сейчас уже, наверное, 6000 голды будет. Вот так на ровном месте LFY практически отдали около 4000 преимущества. Ну, если ты берешь Бристалбека, то все-таки надо как-то попытаться расставить линии так, чтобы ты точно мог выиграть. Ну, здесь LFY на самом деле поставили хорошую линию на топе, просто их на скиллухе переиграли. Liquid, LFY ошибались, LFY заходили слишком далеко, не было того же самого сейф ТП от Omni-Knight в некоторых ситуациях, когда оно было нужно. Ну, Шекер вот опять нашли, да, Ахфу нашли, он пытается, конечно, откидываться в фиссуры, залетает ракетка, но здесь уже и майн-контрол, можно подцепить, попробовать Яву, в итоге не стал врываться на арбу. Я слышу, где-то супер здесь с ультимейтом врывается, пытается забрать майн-контрола, майн-контрол живет. Пока секунды. Что погибает он, но хоть что-то все-таки займает контрол, отдали неплохо так денег. Я слышу, где-то ультимейт там кастовал уже Миракл, но не докастовал. Да, он добил вражеских хэншитов, там буквально за пару киллов разобрался, правда у Миракла могут быть сейчас проблемы, если бы его подцепить, хотя цеплять-то его вообще нечем в этой игре. Цеплять может по сути только лишь Шейкер, и у Шейкера пока что не имеется блинкдаггера. У него там и по левелу все печально, на 12-й минуте 4-й левел саппорт, такая себе история, если честно, то есть ну как бы... Можно просто делать ставки уже, появится ли вообще за эту игру блинкдаггер. Да, здесь такое. Ну вот, как вариант, с Юлу можно пытаться кого-то ловить, забегать там. Но, опять же, это не то, что хотелось бы видеть LFY. Все-таки блинкдаггер необходим Ахфу. А у него, вы сами все видите, 70 голды на руках. Ахфу, ой. Отрезанный Миракл, Миракл, проблемы могут быть, есть кулдаун неплохо, Десвард, Миракл в итоге отрезан от своей команды, раскастовывает ультимейт посмертный, но отличная фиссура залетает от Шекера, моментально отрезает кор персонажа команды Liquid, и вот вы видите, как сейчас буквально за одну драку 2000 отыграли LFY, ну а в это время майн-контрол на пару с Куроку забирает стаки эншитов, это, конечно, неприятная история для LFY. Стрики очень большие с СФ забрали, это действительно весьма-весьма неприятно, там буквально стрика с 5 убийств, супер, на метал-линии подцепили, работает арба, прилетел сразу же Вонинг Крифт и залетает Хадоукин под самый конец от Сатира Чена, ну и должны сейчас потихонечку LFY ломать тир-1 вышку, но вот на метал-линии тир-1 вышка уже
упала, так что здесь ты особо ничего не подпушишь после подобного убийства, а вот наверху уже потихонечку Геракл продвигается и ломает крипов, будет подходить к Тиранозавру и по нему тоже пара тычек поднавесят. Есть кулдаун, если что. Ну, на топ также перетягивается и остальная команда Liquid, хотя подождите, возможно даже будет Рошан. Да, потому что около Рошпита они находятся. Ой. Забрали в итоге Т1 у нас LFY. Да, тут дабл дэмэдж еще достается Miracle. И это, похоже, минус... Точнее, плюс Аегис для Liquid сейчас, если сюда не придут драться LFY. LFY. Они бы, конечно, в теории могли бы прийти драться, если был бы Шейкер с блинком с Эхослэмом, но этого там все еще нет. Да, вот тут бегает Джаш, спалил. Ой, какой камень по троим! Джаш жертвует собой пока что. Врывается майн-контрол, есть магнитайз, неплохо. Магнитайз. Накинул Сайленс по всем. Ну и все на этом пока что. Матумбоман все еще в наличии, имеет скулдаун, будет отзонивать, наверное, LFY. Продолжает падать Рошан, Miracle занимается. Есть минус армор. Что делают Манес и Хай? Просто я не знаю, зачем. Это сейчас может быть просто суицид. Он пытается забрать Рошана из Dream Coil. В итоге Мане! Рошан падает. Он забирает Аегис. Да как это возможно? Забрали Миракла. Вроде бы все было под контролем сейчас у команды Liquid, но в одночасье просто LFY в наглую зашли и забрали Аегис. Там силы тьмы, по-моему, еще и забрали Рошана, если я не ошибаюсь. Да, да. Силы тьмы забрали Рошан, забрали Аегис. Все супер круто для команды LFY. Как это возможно было? Там вроде бы и уже и кинули кулдаун, отзонили максимально. Тут еще и Куроку подцепили. Курок тоже не уйдет. Слушай, это опасно. Это очень опасно для команды Liquid, потому что действительно сейчас Бристол может разогнаться. И Бристол с парочкой хороших артефактов. Вот у него уже имеется Венгуар, будет делать себе Hood of Defiance. Сможет противостоять тому же самому Shadow Fiend. То есть после худы Мане будет пробить весьма-весьма сложно. Ну что ж, ставка на Бристолбека. Будут надеяться все-таки LFY и все их фанаты на то, что Мане сможет разогнаться весьма неплохо. Ну и вот после этого файта, конечно, он выбился на пятую строчку по нетворсу, но у Миракла все намного-намного лучше. Но намного лучше, чем у Миракла, только дела у Охайо. У Охайо так-то блинк уже появился. Вот он ловит, кстати, майт-контрола, не дает ему улететь на арбе. Майт-контрола проблема, его могут здесь не отпустить. Есть Dream Coil, подтягивается манная сюда. Есть еще и сверху фиссура, майт-контрол погибает. И вот так маленькими шажочками LFY отыгрывает все то преимущество, которое отдали. Так, на топе врывается Джаш на Яо. А, прошу прощения, тут Джаша блинк-даггер был. Я попутал немножко с Охайо. Я думаю, Охайо тоже будет. Этот артефакт чудесный. Это, похоже, соло-фраг. Просто под магнитайз разбирает. Перификейшн вовремя от Охайо. И в итоге погибает еще и Джаш. Да, там супер заденайл Тирадин Тавра на ботом линии. LFY хотят. LFY не хотят проигрывать это Best of 1 противостояние. Они действительно будут пытаться все-таки проходить дальше. Но стоит напомнить, что турнир проводится по швейцарской системе. Мы ее видели на киевском мажоре. Но сейчас она решает чуть побольше. Потому что половина команд отсеется после групповой стадии. В это время у Супера могли быть небольшие проблемы. Но ему не больно. Ему вообще не больно с этих кулдаунов, с тех самых ракеток, флэк-кэнонов. Матумба будет пытаться дальше фармить, потому что пока что дэмэджа в файте все же не хватает. Ну, нужно пробивать Бристолбека, и хотелось бы посмотреть, вообще хотелось бы узнать, кто все-таки будет собирать Сильверейдж в этой игре у команды Liquid. А если будут вообще? Но, SF, судя по всему, SF, как и предполагалось, да, изначально, как я и говорил, еще на стадии линии. Ну, да, это самый первый персонаж, которым здесь, наверное, единственный, кто может себе приобрести его по-хорошему. Которому он будет полезен. Ну и там видим, что уже скоро будет Shadow Blade. В это время у нас LFY отправляется по центральной линии. Начинает пушить активно Т1. Сюда прилетел Mind Control. Есть Flag Cannon. Есть фиссуринка. Неплохо. Мане идет в наглую, танкует. А мы и напоминаем, что у него Аегис в кармашке находится. Подтягивает сюда Miracle. Есть Dream Coil. В итоге Dream Coil потратили пока что в никуда. Врывается Mind Control. Есть кулдаун. Отступают пока что LFY, никого не потеряв. Ухаю накидывают на себя репейл. Есть отхил, purification по Мане. И Мане все еще живет. И как бы своего пуш-потенциала еще не потеряли LFY, а так-то уже минус 2 ультимейта у ребят с команды Liquid. Да, действительно, могут продолжать драться так, как начинали это делать. Мане продолжает отхиливать, мане уже грызет тир-1 вышку, никто и подойти вот не может. Вот тот самый артефакт наконец-то появляется для Шейкера. Теперь можно врываться и трясти землю полноценно. Я думал, ты сейчас скажешь, тот самый артефакт для Бристолбека тоже нет появляется, потому что там Hood of Defiance. Нет, я именно про блинк-даггера у Шейкера, конечно. Ну, теперь да, теперь все-таки действительно все смотрится очень ровно, всего 2000 преимущества, 19-я минута игры, счет 21-12. Ну и курьер летит с блинк-даггером, как мы видим, с ТП-шкой, с Hood of Defiance для того самого Бристолбека. Ну и Мане будет очень сложно пробить. Разве только лишь Сильверейдж спасет ситуацию. Нужно как можно скорее все же Мирклу тот самый Сильверейдж сделать. Возможно, даже есть смысл с саппортом какие-то стаки поделать в лесу, чтобы
быстрее данный артефакт появился. Ну, в это время Ахфу вместе с Яо. А раскидывается смоук вместе с Ахая. Они пойдут и попытаются наверху поймать, возможно, того самого пака. Смоук — это как в Counter-Strike. Смоук раскидали и пошли. Да, разбили смоук и отправляют целый флай вылазку. Сейчас могут найти Кура, но Кура проблемы могут быть. Там блинкдаггер, напоминаю, самое время реализовывать, но Куроку, по-моему, не так прост. Да, вырывается Ахфу, есть фиссуринка. Неплохо здесь Миркл, но Куроку быстро разберут. Да, Миркл пока что в инвизе. Но он не стал, да, врываться. Там, конечно, пытался помочь Джаш. И, кстати, там, возможно, проблемы у кого-то будут. Это Джаш сам, собственно, персоной. У Джаша проблемы, и проблемы у нас также. Похоже, Джаш погибает, забирает его Охайо. Отлично сыграно. Спасибо большое. Подцепили Миркла еще и Хаслэм сверху. У Миркла проблемы. Дримкоил по четверым. Но Миркла здесь, похоже, не спасти. Или все-таки отпустит его? Нет, Десмарт. Нет. Если инвиз. Просветочка. А просветочку с собой носить не учили. И это в очередной раз инвиз равно неуязвимость. Заканчиваются действия Аегиса и ЛФВ, ну а в это время Супер продолжает толкать верхнюю линию и забирать Т1. Ну что ж, преимущество 0 практически. Тир-1 тауэр будет падать 100%, возможно, даже попытаются еще и Тир-2 поломать игроки команды LFY, хотя здесь смоук ответный от Liquid, GH вместе с Матумбаменом. Так, выходит, и Джаш врывается по троим, кулдаун туда же пошел, как же больно LFY, первым погибает Яо, раскастовался Миркл, по-моему, не самым удачным образом, из Супера высасывает, точнее, из Матумбамена урон, Супер сейчас может всех просто развалить, Матумбамен погибает, один в один, драка продолжается, Миркл заходит с Рейзом и пытается забрать Супера, Супер погибает, Таверна также отправляется и Шейк. Взрывается Миракл, драка продолжается, Джаш на пару с мейн-контролом просто в рассыпную, Куроку здесь цепляют, Куроку тоже погибает, и это, возможно, еще не конец. Как же хорошо начали Ликвид, и как же плохо они в итоге закончили. Мане просто нечем пробить. Да, нереальный урон от Бристлбека, мы сами все видим, это просто... А скоро появится еще и Рэдианс для него. Там будет вдвойне все печально. Ну, размен 3 в 3. Не так много, на самом деле, Liquid потеряли, но LFY продолжает разгоняться. Отдали, ну, то есть по золоту у них получилось там, ну, около 300-400 преимущество в сторону команды LFY. Но в любом случае очень неприятно. То есть Miracle опять не же, разгоняется. В драке присутствовал Мане. Мане там нафармил неплохо. У него уже 3000 на руках. Скоро появится Sacred Relic. И мы понимаем, что покупка Рейденса не заставит себя ждать. Совсем немножко. Осталось до этого чудесного приобретения. Ну и Супер, опять же, там долго слишком жил. Хотели его быстренько забурстить, но не вышло. И это сыграло ключевую роль. Ну что, вот он Юл для майнд-контрола. Дополнительный вариант для контроля оппонента. Для себя там помансить. Как вариант лишнее время там дать, чтобы откатились скиллы. Ну а Матумба продолжает фармить. Слушай, Матумба Мэн в один момент хотел себе собирать бабочку, но передумал. В итоге купил пока что Яшу и будет выходить в БКБ. Так вот решил. Да, ну просто у Шейкера уже действительно появился блинк, и очень жестко смотрится он как инициатор для команды LFY, и, конечно, в станах стоять там полдраки игроку, который не хочется. Но он понял просто, что не стоит вот так вот рашить бабочку после предыдущего файта буквально. Да нет, я бы понял, он хотел рашить ее, когда у них преимущество было там в районе 7000 почти. Так-то понятное дело, там можно было себе позволить. А сейчас, да, сейчас нужно играть максимально сейвово. Ждем Блэкимбара для Герокоптера. Возможно, Блэкимбар действительно сможет хоть каким-то образом помочь. Ну вот, Миракл, Сильвер Эдж свой должен уже довольно-таки скоро получить. Там 1000 голды буквально осталось. Ну вот если после Сильвер Эджа, после БКБшек не получится подраться у Ликвид, будут огромные проблемы, потому что, ну, действительно, чем тогда убивать того же самого Бристлбека? Ну и каким же образом все-таки спасаться от инициации в виде... Шейкера. LFY в это время двигаются по верхней линии, уже потихонечку ломают Тир-2 Тавр. Тир-2, скорее всего, будет падать. Используется глиф. Глиф, правда, от команды Сил Тьмы. Ну и Тир-2 падает, попытается разменяться. Там, да, параллельно пытается забрать также Т2, но, по-моему, попытка пока что не увенчалась успехом, потому что LFY перетягивается на эту линию. Сейчас, возможно, будет на боте драка. Также в миде можно подцепить кого это. Это у нас был майнд-контрол. Майнд-контрол нужно уходить. Да, здесь уже Ухайо. Майт Контрол 2000 на руках имеет. Пока что не ясно, что будет дальше себе приобретать. В плане артефактов Джаш здесь продолжает делать... я хотел сказать стаки, господи, слишком много крипов увидел, думал стаки делать. Нет, здесь Куроку занимается фармом. Да, Куроку делает Миказом, будет выходить Гордиан Грифс. Все же неприятно ему тоже стоять там постоянно в стане. Хотя сайленса тут никакого нет, но в любом случае Гордиан Грифс неплохой артефакт для него.
для команды собираются Liquid действительно вот такие вот массовые артефакты, вауры, в те арты, которые помогут им все-таки хоть каким-то образом выигрывать файты 5 на 5, потому что пока что все смотрится очень тухло для них. Ну, бытует мнение, что в драке 5 на 5 побеждает, как правило, та команда, у кого ауры действительно больше. То есть, ну, такое, скажем, негласное мнение есть. Ну что, ждем, ждем каких-то вылазок, потому что скоро появится Рошан, а это уже будет сыро. Эгис, да, показывает нам, что остается буквально 40 секунд. В это время потоп идет Миркл, продолжает толкать линию. Я так понимаю, ему уже летит Silver Edge, по идее, в Курьере, да. Тиммейт Торп лежит. Миркл пока что соло пытается забрать Т2, но также Т2 забирают и на нижней линии LFY на данный момент. И здесь безнаказанно тоже заберут. Размениваются товарами пока что обе команды. На топ отправляется... на мид отправляется Супер. Вот он, Radiance как раз-таки для Бристлбека. И Silver Age для Shadowfiend. 25-я минута игры. 24-17. И до сих пор абсолютно ничего не ясно в этом матче. Собирают себе зоопарк Куроки дальше, имеется у него уже волк. Даются хорошие ауры тому же самому Матумбомену. Ну, Матумбе сейчас нужно все же пытаться в файте где-то за спиной все-таки своих тиммейтов находиться. Хотя, с другой стороны, у команды Liquid нету такого ярко выраженного танка. То есть до этого, может быть, был какой-нибудь Драгонайт, который мог бы идти вперед и... Герокоптер мог прям вот не совсем прям крашить в своих оппонентов. В это время проблемы могут быть у Омни. Ну, да, не это знаю. Тут очень спорный вопрос. Есть DreamCoil, у Хая все еще живет, кидает на себя репейл. А сюда подтягиваются так-то остальные команды LFY. Джаш пытается улететь, но Джаш приехал. Джаш приехал, Mind Control пока что живет. Он там спрятался. А в лесочке должен улетать, если что. Да, такая себе попытка забрать Омника, если честно. Ну, то есть, я бы еще понял, если там какой-нибудь дизейбл имелся в виде, там, хикса, там, или что-то такое, то да, так, ну, слишком он силен, там, пайпа, как бы, плюс еще и купил себе плейтмейл, и с физики его не пробить, и с магией очень трудно, плюс еще репейл в наличии всегда имеется, то есть, ну, немножко не та цель. Так здесь Миркла, подняли. Ну, тут просто, чтобы, наверное, подняли для того, чтобы не бил Тауэрс, я не думаю, что смог бы его соло забрать у Хая. Враг того, в любом случае... Silver Edge уже имеется у этого игрока. Silver Edge имеется, а там так-то скоро и Тарасочка появится для Мане. И Мане продолжает фармить. У него уже 1500 на руках. Хотя Меркл также отрывается по нетворцам. Мы видим, отправляется на первую позицию на данный момент. Супер. Супер подтягивается потихоньку, учитывая, какой у него был отвратительный старт. Сейчас у него дела налаживаются уже. Вот у него появится скоро Сенжин Яша. БКБшка появляется, кстати, для Матумбомена. БКБ также имеется у Супера. Все замечательно. Шива с Гвард появляется для Охайо. И дальше будет Аганим. Ну, у Супера не совсем тот персонаж, который мог бы там быстро каким-то образом выфармливать, выходить на первую таблицу по нетворсу при малейшем преимуществе за твоей командой. Все-таки это Razer, и ему вот, как мы видим, приходится использовать свой ультимейт для того, чтобы фармить побыстрее крипов в лесу. Матумба в этом плане, конечно, смотрится чуть получше по скорости фарма. Посмотрим, что все же сможет выфармить и показать своим оппонентам в этой ситуации. Пока немного притихла эта игра, все фармят, все пытаются вынести себя... ключевые артефакты на команду. Ну и вот Миракл потихоньку уже доделает свое БКБ. Там вообще очень быстро зафармил. Там на топе пытаются найти майнд-контрола, который там по лесам пытается сплитпушить. Точнее, не пытается, а сплитпушит линию, крипскипит. Не дает расслабляться LFI, в принципе, все правильно делает. Дает максимальное количество времени, чтобы нафармил Миракл свои артефакты. Но Миракл уже 14 тысяч на творца. А вот она, смог атака от команды LFY, и отправляются они по миду, и, возможно, там будет, кстати, ответный смог. А там и есть ответный смог. Прошу прощения, Миркл пока что в инвизе. Вперед идет Мане, понимая, что, возможно, где-то подвох, и неспроста он вот так в наглую идет и танкует. Мане, нашли Джаша. Джаша пытается очень быстро забрать. Джаш погибает должен, да. Джаш все еще живет. Нет, погибает Джаш. Проблемы также здесь у Мане. Мане, как же быстро его забрали. Вот он, Silver Edge во всей красе. Яо тоже должен погибать. Яо отправляется в таверну. Тоже минус 2. Байбек делает Мане. Мане вернется сейчас в драку. Эх, Азлэм, атакфу, но нет урона. Просто некому его наносить. Забрали еще и Шейкер. Вот только сейчас появляется Мане. Когда супер, вся его команда уже развалилась. Мане остается один. Напоминаю, что какие же татычки по лицу в спину залетают. Это ультракил от Миракла. Какой провал. Да, да уж. Это было жестко.
Ну что ж, сломать Тир 2 Tower, Liquid действительно получается делать full 5-man Team Vibe, да еще и байбек использовали. Да и самое печальное, что да, без монеты драться не вариант, потому что все преимущество LFI по сути в нем. Да, имеется как бы еще Ohio, но Ohio это, знаешь, такая разменная единица, которая вроде бы есть, он там дал свои полезные спылы и все, то есть дамажит он особо много не может. Ну а в это время падает мид и скорее всего упадет и топ, и это минус две стороны для ребят из команды LFI. Это огромное преимущество, да, для команды Liquid после этого файта. LFI очень сильно надеялись на победу в том самом противостоянии 5 на 5, но не получилось сделать абсолютно ничего. То бишь отдались в пятером, отдали байбек на кор-героя, и сейчас пойдут целых две стороны. В итоге преимущество за команду Liquid будет около 15 тысяч по золоту, и это очень и очень много. У того же самого Герокоптера сейчас может просто буквально райт-кликнуть какая-нибудь Саша Яша появиться, хотя Саша Яша, насколько я помню, нет, у него есть только лишь Яша, и делает он себе бабочку. 3300 имеется по золоту, так что можно себе позволить. В принципе, стоит еще один внешний тавр у команды Liquid. И линии пушатся, так что можно даже, наверное, на байбек не оставлять в этой ситуации. Забирает себе Omni-Knight на 15 уровне. На 20, извиняюсь, уровне, конечно, 12% замедления Зигенауры. Решил, что этот талант будет смотреться чуть получше. Ну, а Хэй, конечно, будет бегать, замедлять еще. Но, с другой стороны, а как это сильно поможет? Да, что-то решит в этой игре? Прям, не знаю, моментально вырывается вперед Ликвиды сейчас. 14 тысяч преимущества. Вторая позиция у майн-контрола, третью позицию занимает Матумбомен. Матумбомен также дофармливает свои артефактами. Мы видим, купил себе уже Иглсонг. Остается талисманов Эвэйжен. Разберет, наверное, Мому и приобретет уже полноценную бабочку. И пытаются, я не знаю, попробовать Рошана быстро забрать, LFY. Ну, такая себе история. Контролируют его сейчас Ликвиды. Или же Ликвиды просто отдадут. Не должны, на самом деле, отдавать. Поставил Air Spirit камень в рошпит. Если вдруг будет влетать с магнетайзом, то магнетайз будет действовать очень долго. Там арбапака просветили, видят. Но минус армор очень много на Рошане. Очень много минус армора, подтягивается сюда уже потихонечку Герокоптер, приходит также и Чен, но хватит есть ли времени? Есть кулдаун, фиссуру потрачено, врывается на Мане, Мане отхиливает, Мане пока что живет, есть Водер Ресторейшн также от Яо. Вся команда LFI в позиции, пока что танкует один Мане, начинает заплевывать еще и Миракла. Пак, очередная рба, неплохо, врывается Джаш, есть Дримкоил по троим, неплохо, и отзонивают Шейкера, чтоб тот не дал ничего, погибает в итоге Супер, в Таверн отправляет Яо, Мане, раскставался Миракл, Мане тоже погибает, Охайо также проблема, есть Гвардиан Энджел, но его он скорее всего не спасет, и LFY, недолго думая, просто пишут Good Game, Well Played. Джаш просто бог на этом персонаже, на ни в коем случае нельзя давать ему Эрспирита, потому что мы видим, какие ужасные вещи он делает на нем со своими оппонентами. Да, в последнем файте еще и Бристалбека там постоянно крутили в его лах. Он не попал под Guardian Angel, поэтому очень быстро умер.